Пра-пра-пам. Войдите. Это я, Пинг-Пай. Откройте, пожалуйста, мне дверку. Хорошо, открою. Проходи. Ой. Ау. Ты зачем? За книгой для вечеринок. А, сейчас покопаюсь и найду тебе. Искорка, можешь поаккуратнее? Хорошо, Рейнбоу. Эх, держи, еле выкопала. Спасибо, Твайлайт. Не за что. Пока, Искорка. Пока, Пинки. Ау. А, итак, глава первая. Конфетти. А, спасите, меня украли! Ха-ха, Искорка точно поверит такой чудной копии Пинки Пай, как я. А, ну что и надо. Пинки, заходи. Ах, привет, Искорка. Она может превратиться в пингамину. Будь осторожна, Твайлайт. Я попытаюсь. Так, первое испытание. Зеркало. Ох, Пинки, не могла бы ты тут протереть полы около зеркала? Конечно. Ладно, Твайлайт, пока. Ну ладно, можешь уходить. Спасибо. Ах, какой чудный денек. Как чудесно. А, спасите меня. Каждый поверит такой чудной копии. Рейнбоу, ну ты только что ушла от меня. Это снова испытание зеркала. Так, Рейнбоу, пожалуйста, помой в воде свои копыта. Ну, хорошо, помою. Я бы отказалась от такого чудного предложения. Почему? Потому что мне надо идти. Пока, Твайлайт. Пока. Нет, все, я так больше не могу. Надо искать, к чему это все приводит. О, привет. Не почистишь около зеркала? Конечно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, посмотрю, как там дела у Пинки Пай. О, нет. Что же делать? Она не отражается в зеркале. Моя тоже не отражается в зеркале. Что же делать? Не знаю. Она не отражается в зеркало. Моя тоже. Надо пойти поискать. Что это? Надо посмотреть. У тебя всегда такая реакция. Ладно, я с тобой. Ох, надо встретить мою вторую. Рейнбоу Дэш. Шейту. Мы всех обманем в этом прекрасном мире. Да, и как перевертыш, мы перевернем весь мир. Да, перевернем. Ну давай, Твайлайт, нашла! Что за звук? Что за звуки? Я просто нашла свою заколку. Ну хорошо, хорошо. Так, это нам сейчас не нужно. Я нашла наоборот книгу. Так, это... Я прочитала, что это какие-то привидения, которые не отражаются в зеркале. Молодец, Искорка. А как от них избавиться? Вот что. Надо... Взаимность короны. Точно, взаимность короны. Да, но где она? Написано. В Египте. Это точно древний артефакт.
Ну что ж, как нам его достать? Так, едем в Египет. Ну хорошо, хорошо. Эх, кажется, добрались. Опа-то, древняя египетская корона. Что ж, отнесем ее домой, Искорка? Да, отнесем. Ну, держитесь, наше привидение. Сейчас мы вам покажем. Ах, что за... Что за шум? Я сама разберусь. Что тут за шум вы устроили? Так вот какой шум. Опа-та! Ей, не трогайте ее. А мы ее посмеем трогать. Никогда не посмеете вы ее трогать. Ну тогда получай запасную порцию магии. Так, это древний артефакт надо положить сюда. Каденс. Мне кажется, сейчас должны вернуться на сюрпризе Японии. Эй, что стряслось? Нам прямо на минутку дали молочко выпить, и мы заснули. Эх, еще я вычла, что те привидения могут обращаться кем угодно. Кто? И кем? Но это подождет до завтра. Правда, Каденс? Правда, Искорка. Так, хотите получить запасную порцию магии? То есть знаний? Ну да, хотим, конечно. Но тогда подождите до завтра.